Ребят, всем большой привет, добро пожаловать на канал Ринка Мисс Кик. Меня зовут Ирина, очень рада вас видеть на своем канале. Сегодня хочу с вами открыть одну посылочку. Если вы любите распаковку, тогда, конечно же, усаживайтесь поудобнее, берите кружечку чая или чего-нибудь вкусного и давайте начнем открывать посылку, которую я получила на днях. Распаковка была в моем инстаграм. Если не подписаны, конечно же, подписывайтесь на мою страничку в инстаграм misskik9970. А здесь я с вами просто поделюсь все, что там было в этой посылочке. На самом деле это натуральная продукция, натуральная косметика в уходе за волосами. Для меня это вообще будет впервые попробовать что-то натуральное для волос. Серьезно, и мне хочется поделиться с вами мнением, понравилось оно или нет. Но с мнением о продукции я с вами поделюсь чуть позже, как это все попробую и какое-то мнение, когда у меня сложится данная продукция. Ну что, поехали смотреть, что было в этой посылке. Первое, что мне попадается, это шампунь против перхоти, бренд Green Pharma. Здесь его объем целых 500 мл, увесистая такая упаковка. На самом деле, здесь достаточно удобная крышечка дозатора. Я так сразу, знаете, вот смотрю на технические моменты. Удобно ли будет этим пользоваться в ванной комнате, когда моешь волосы? Но об этом я тоже вам чуть позже расскажу, когда начну этим активно пользоваться, и было удобно мне или нет. Я знаю, что данную продукцию можно купить в аптеках, так что ищите в аптеках своего города. На самом деле, мне интересно попробовать, даже не мне, а моему супругу, шампунь от перхоти. Здесь написано то, что идет натуральный состав абсолютно и изготовлено из растений, собранных на лугах Южного Прованса на заводе компании Evinal France Россия. И да, я думаю, что я возлагаю надежду на данный шампунь, потому что у моего мужа сейчас просто дикая какая-то перхоть. Я надеюсь, что данный шампунчик ему поможет. Так что будем пробовать, и все вам потом позже расскажем, как оно пошло или нет. Следующий тоже шампунь у нас попадается, тоже Green Pharma бренд. И это шампунь у нас уже женьшеня. Я знаю, что экстракт женьшеня очень полезен для волос. Итак, это укрепляющий шампунь при выпадении волос. И тут экстракты ройбоса, шалфея, женьшеня, витамин В3, цинк и экстракт хинного дерева. Что такое экстракт хинного дерева, я на самом деле не знаю. Но тут его целых 50%. И мне тоже интересно узнать, как он будет работать на моих волосах. Пойдет, не пойдет, как это все будет. Буду все пробовать и вам чуть позже расскажу. Тоже увесистая упаковочка, целых 500 мл. Посмотрим, как будет дальше. А как же он пахнет, интересно знать. Ну, запах у него, да, такой на любителя. Но могу сказать, продукция с женьшенем, она везде идет с таким специфической одушкой. Но главное, чтобы работал правильно. Так, следующее, что мне попадается, это у нас уже кондиционер-ополаскиватель, восстанавливающий с растительным кератином, церамидами для поврежденных и ослабленных волос. Но это то, что нужно сейчас моей длине. Здесь его, конечно, небольшой объем, целых 300 мл, конечно, нужно кондиционеров намного больше, но посмотрим, а вдруг он такой жирненький, хорошенький, и его нужно совсем немножечко. Тоже, кстати, изготовлено из растений, собранных на лугах Южного Прованса на заводе компании Evinal. Посмотрим, как оно будет работать, но уже интересно попробовать. Ой, какая приятная душка, пахнет, кстати, вкусненько цитрусом. Как попробую, все расскажу. Следующее, что попадается, это уже у нас шампунь с экстрактом плацента при выраженном выпадении волос для всех типов. 300 мл, это Evinal уже производство, и здесь 300 мл. Знаете, у меня тут два шампуня собралось. Один идет укрепляющий при выпадении волос, и другой идет такой укрепляющий, только с плацентой при выраженном выпадении волос. У меня будет возможность сравнить два этих шампуня. Как вы за это? За, против? Поддержите меня пальчиком вверх и комментарием, конечно. Хотите, чтобы я их сравнила и выбрала реально работающий шампунь из этих двух? Но мне самой даже интересно будет попробовать. И здесь написано то, что он с кератином и лекарственными травами, без парабенов и силиконов и СЛС. Но это прям что-то новое для меня. С удовольствием, конечно, попробую. Следующее, что мне попадается, это фарм. Фармацитрус, супер восстановление волос,
Так, это у нас восстанавливающая питательная маска для волос, подвергшихся окрашиванию либо химической завивке, с экстрактами, с растительными маслами и экстрактом граната. Нужно наносить на 5 минут. Тут идет такая вот шайбочка. На самом деле, судя по всему, там достаточно жидкая масочка. Тут нет никаких, кстати, пломб. И пахнет данная масочка достаточно приятно, тоже с такой цитрусовой ноточкой. Могу сказать, интересно попробовать, но посмотрим, как она поработает. Чуть позже вам, конечно, расскажу. Тут все написано есть и на нерусском, и на русском. Срок годности 36 месяцев у данной масочки. С удовольствием попробую. Но сама упаковка данной масочки очень даже такая, скажем, лаконичная и приятная. Да, такая не дешевенькая. Следующее, это у нас идет фарма Жожоба уже. Это у нас идет экспресс-увлажнение. Экспресс-маска высокой степени увлажнения с маслом жожоба и 75% экстракта анжелики. Интересно узнать, вот что это такая за масочка, как она будет работать. Тоже идет в такой же упаковочке, коробочке, тоже нет никаких пломб или этилена. Мне это, конечно, на самом деле, мне больше нравится, когда я вижу маску, которая в полиэтилене, которая упакована, и я ее первая вскрываю, мне как-то так, вы знаете, приятнее. Но ничего страшного, посмотрим, как будет работать эта маска, чуть позже расскажу. А наносить ее тоже нужно от 2 до 5 минут, и все, и потом тщательно смыть. Так, и давайте посмотрим. Пахнет она очень-очень приятно, таким каким-то кремовым, растительным кремом. И, судя по всему, эта маска, кстати, не очень жидкая, она достаточно такая густая. Открыть не могу, все очень герметично сделано. Тоже, как все попробую, обязательно вам расскажу, сниму отдельное видео, поделюсь с вами мнением, стоит ли покупать данную продукцию и стоит ли на нее сакцентировать свое внимание, потому что мне самой дико интересно узнать, как будет работать на мне растительная продукция. Сразу же скажу, что у меня натуральные неокрашенные волосы, для того, чтобы вы знали. Если вам будет интересно узнать, как будет дальше работать данная продукция, понравится она мне или нет, конечно же, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментарии, хотите вы увидеть такого рода видео или нет, или хотите индивидуально о каждом продукте, чтобы я вам рассказала в своем инстаграм. Конечно же, поделитесь своим мнением, если вы пользовались данной продукцией, либо покупали себе какую-то масочку от данного производителя, мне будет интересно узнать ваше мнение. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новое видео. Подписывайтесь на мой инстаграм. Мискит9970, тоже рада вас там буду видеть. Берегите себя и своих близких, желаю вам хорошего настроения. С вами была ваша Ирина, мы с вами увидимся в скором будущем в новом видео. Всем пока-пока. Фух, давно не снимала видео, не знаю, как получилось в этот раз.